Продолжаю играть за Францию. Так, здесь войска пусть пополняются. Здесь восстанавливают свою численность. Стоп, а здесь конницы, драгуны есть. А кто там еще есть? Драгуны. Достаточно. Надо было саксонскую сюда артиллерию добавить. Ладно. Ладно, только одна. Хватит и пехоты. Так, эта армия, значит, идет. Конница. У меня тоже конница есть. Ага. Ну что ж, сразимся. Так. Венгрия. Хорошо.
Начнем обстрел турецких войск. Месье, ваша славная победа уже близка. Огонь. Сколько пушек? Ага. Одну только сбили. Ничего. А я что? За холмом поставил. Ладно. Отойдите вы назад немного. Наши люди бегут, беси! Так, стоп, что-то тут не перестроил. Помочь. Попадает на слабо. Вперед. Все, отошли. Их генерал убит, месье. Теперь они дрогнут. Вперед. Так, по ком можно? А вот туда по пушкам огонь.
вперед. Чего? Добили. Где вы тут? Давай сюда. Вперед. Ай. Ай. Есть. Сейчас поможем. Где тут? Вперед. Наши люди бегут, месье. Ничего. Вперед. Ну, отошли. Пусть к каре подойдут. Так, хорошо. Отходим. Все, можно уже в рукопашную. Пушки уже не нужны. Добиваем. Все в атаку. Вперед. Сторону, а разворачивается просто. Стреля, а вот ты кто стреляешь. Гоняем.
Так, а что это? Церковь одна, просто и все. В селе, не в городе. Так, ну, вроде здесь все уже. У одного из наших отрядов кончились боеприпасы на себе. Все, остановились. Сколько у них? 336 осталось. Добиваем. Вы потом можете не дойти. Так. Вы сюда уже пойдете. Эта армия, значит, с юга будет наступать. Надо ж Турцию разбить. Этих зачем-то взял. Иди туда. Так, здесь не видно никого. Как здесь с порядком? Замечательно. Ней идет на Санкт-Петербург. Здесь порядок. Вперед. Здесь, в принципе, порядок. С юга не пройдут. Надо перекрыть вот этот проход. Ничего, Смоленск возьмем. Немного отдохнуть надо будет зимой. Сейчас октябрь, еще ноябрь. До декабря должен успеть. Так, эта армия пусть пока стоит. А чё она тут стоит? Давай сюда пойдем. Две армии. Южнее. И три по центру. И вот еще подкрепления идут. И этих тоже. Всю пехоту вперед. Так, Веллингтон тут блокирован. Армия есть. В общем, идем дальше. Австрия забастовка, чё я так... А, мало войск, надо побольше. Так, срочно. Кто тут достает? Так, из этих никто. Давай придется пехоту. Я тут где-то ввел войска в подкреплении. Где-то еще ж были. Так, эти войска иностранных легионов к Наполеону пусть идут.
Monsieur, vos ordres? Oui. En avant! Marchez! Так. Ты давай тогда сюда. Prêt à recevoir vos ordres? Préparez-vous! Marchez! Так, порядок, оно еще, значит, Monsieur. Надо... Больше никого не отдам. Homme, en avant! En attente de vos ordres! En avant! Pour la couronne так, et le pays! Порядок. En avant! Пусть порядок обеспечат. В Австрии. Так, Бавария, это Бавария. Где у меня тут была армия без генерала? Вот она. Так, тут конницы мало. И пехоту давай сюда. Вот эту. Что-то я по одной добавляю. Идем сюда. Так, генерала нанял. Так, хорошо, иностранные легионы подходят. Ага, вот еще конница. Да не, давай прямо все к Наполеону. Так, разведчики, второй полк, Ланы Клевоберга и почетная гвардия. Хорошо. Это у нас... Беспорядок тоже восстановится. Идем на Смоленск. Так. Не будем ждать. Здесь мало войск вообще. Поражение, понятно. Так вот рисуется оно. Ага, вот так. Значит, надо штурмовать Санкт-Петербург. Начало ноября. Хотел же пораньше захватить Санкт-Петербург. До зимы. Наполеон тоже успеет в последний месяц, как бы, ноября. Как это? Во второй половине ноября. Подождем, когда подойдут все остальные войска. А, надо еще Турцию разбить, чтобы не мешало.
Так. Санкт-Петербург. А, здесь церкви нет, интересно. Мон Дье, что за мерзкая погода? Сырой порох означает верный промах, месье. Это армия. А, вот оно как. Сейчас тогда выровняем. Еще все поближе. Ой, не туда. Так, хорошо. Огонь. Английские гренадеры. Гарнизонные войска пошли вперед. Стоп. Так, это где? Это тут? Это здесь. Вперед. Задержим подкрепление. Здесь, в принципе, мало войск. Вперед все. Только артиллерия была в подкреплении. Давай сюда. Забор еще неровный. Все гарнизонные войска, внутренняя стража. Стреливают пока.
пора уже. Вперед. Все, конюса можно пускать вперед. Стоп. Шассеры задержали эту внутреннюю стражу. Хватит, еще по своим попадете. Давай их тоже в штыки. Хватит. Санкт-Петербург захвачен. Все. Так, здесь уже немного у вас. Так, с турками разобрались, еще он. Союзники помогут. Ага. А у меня тут... А, так тоже почти все восстановилось. Можно штурмовать Белград. Надо было сохранить вроде. Может, автобоем выиграю? Надо же! Только в гарнизоне не было мало солдат, так победу присуждал компьютер моим войскам. А теперь показываю, что по шкале мои войска сильнее, и проигрыш. Что ж, будем сражаться. Так, надо будет постараться за зиму разбить Турцию и весной на Москву пойти. Пока Белград.
что она за городок такой. Как тут пушки поставить? Хоть как-нибудь пусть стреляют. Между домами они плохо двигаются рывками. Кто это тут? Ополчение. Бегут, бегут. Быстро в бой бегут. Так. Надо с этой стороны смотреть вот так. Месье, ваша славная победа уже близка. Огонь сюда. Разворачивай всех. Поздно развернул. Так, вы еще нет. Когда же вы? Все. Вот так надо разворачивать. Надо помочь пехоте. Месье, месье, жизнь нашего генерала в опасности. Вижу. Добиваем, добиваем. Вперед сюда. Задержать этих, кто там бегает. Каирские янычары.
Ничего. Огонь. Вперед. Вперед все. Вперед все. Так, добили. Так, а вы... Стреляйте лучше. Стоп. Месье, мы захватили здание. Так, стоп. Своей конницы попаду. А, орел серый, все-таки правильно. Это откуда взялось? Артиллеристов добили. Перестраиваемся. Хватит. Так, хорошо. Добиваем, кто здесь был. Саматские, то есть янычары. Ну и вперед на генерала. Все. Так, где генерал? Вот он. Хватит, а то еще по своим коннице попаду. Так,
Завершаем. Копируем, хорошо. База снабжения есть, хоть и маленькая, есть. Добить. Ты пойдешь на значит в Грецию. Тут пока отдохнете. Крепления прибудут, тоже куда-нибудь пошлю. Все пока идут. Так. Еще один ход сделаю, там видно будет. Киев захвачен. Хорошо. Ничего. Так, это же вот здесь. Какое начало ноября. Может, успею. Ах, и не успеваю до зимы. Во Львов дойти. Эта армия куда достанет? Давай хотя бы сюда. Ближе будет. Идем дальше. Ах, вы ж... Я уже надеялся, что здесь не будет никаких флотов. Тем более русского. Может, шведы бы еще прислали. Шведы тоже что-то. Отдать Коронадо, отдать Брамсель. Балиарские острова отдают? Давайте. И вступить в войну с Австрией без проблем. Кого у вас? А мы тогда здесь станем на мосту. Здесь еще строится порядок. Давай на Афины. Так, здесь войска. Лебавский мушкетерский полк. Так, пока подождем. Ух ты. Для Смоленска уже русская армия. Наполеон чуть-чуть не восстановился, но сейчас еще гляну. Почти. Да, но тут вторая армия. Так. Это что за город? Витебск. В Витебске зимуем.
Ладно. Пусть войска будут везде. Это где нанято? Здесь. Так. Балеарские острова. Это вот это, да? Пусть хотя бы ополчение будет. Ой, не то нажал. Вот так. Чего вдруг решили подарить? А, флот уничтожен, ну да. О, арка возведена. А, у Турции он выше все равно. Интересно. Так, у Британии почему-то нет никаких флотов. Сейчас мы этот флот уничтожим. Бежал. От меня не сбежишь. Так. А что-то тут красненькое такое. Ух ты. Вот где британский флот. А у меня потери, надо срочно ремонтировать. Для повреждения. Корабли тут получше есть. Вот значит как они. Нельсон там, то есть... Так. Давай посмотрим, какая здесь армия. Prêt à recevoir vos ordres? Oui, monsieur. Ладно. Еще ход сделаю. Installation du campement. Manœuvre terminée. Ух ты, уже и Неаполь флот создал. Да я так банкротом стану. Заодно. Все равно на меня напал бы. Я думал, они уже все спят, эти Неаполи, Сицилии. Сидят просто в своих городах и все. А ну, банкротом буду? Нет. Технология, генеральный штаб. Так, торговля есть с союзниками, хоть по земле. Деление войны. Австрия, Османская империя. Хорошо. Топ, кто-то у меня замерз. Так, здесь уже порядок. Порядок. Так, пушки мне не надо. Так, а здесь две армии и идут
Так, а ну если я так выйду... Ну и все замерзли. Наполет Наполеон в Минск. Русские пошли в наступление. Хорошо. Здесь вот еще армия. Я так понял, в Одессе набранная. Вперед. J'espionne. Так. Где мой флот? Давай сюда. Ремонтируемся сначала. Стоп. Если этих, этих можно. Я же здесь тоже вроде кого-то нанимал. Маленький слишком. Флот. Ладно, разберемся. Monsieur? Отойдем пока из Каменец-Подольского. Флот уничтожен, понятно. Так, у меня есть одна армия где-нибудь поблизости. Вот это значит, да? Ладно. Mes hommes vont souffrir si nous faisons halte ici. И шведы как раз подоспели. И край. И сразу две армии. Так, город осажден. Так, Австрия. Давай померимся. Есть. Теперь я могу эту армию на Бухарест направить. Или даже эту. Вперед. Так.
здесь, блин, и порта нет. Можно, можно. Да, надо сейчас как-то их завести в город. Так. Шведы. Нельзя им отдавать Санкт-Петербург. Подкрепление где-нибудь не достает. Давай сначала в порт. Блин, не достала. Это же ж... Ладно. Давай туда. Так, русские отступили к Смоленску. Хорошо. Сюда и пойду, замерзну. Так, здесь мир. Ну ладно, во Львове отогреюсь. Давай все. Так, куда ты? Куда он поперся? А, там нельзя было пройти двоим армиям. Ладно, пусть идет. Уже ничего не сделаю. Так, значит, выйди. Сколько здесь войск? Немного. Victoire! Immédiatement! Ой, куда ты? Надо же, не понял, как она направляется. Ладно, мелочи жизни. Так, это строится, это еще не построено. Значит, с Гренадерского уже будут иностранные легионы тоже здесь наниматься. Пусть корабли построятся, потом уже. Флот. А, так здесь есть. А ну давай сюда. Давай сюда. Так, надо строить торговые. Так, ну что делать со шведами, решу уже в следующей серии. Сколько здесь уже? Больше часа, хорошо.